Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Желаю всем удачи. Подпишитесь на канал Технобар Плюс в YouTube, в Telegram. Желаю приятного просмотра видео. Как... Дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. И сегодня я решил вот взять себе на удачу на одной из точек почты два билетика. Последние были, но сказали возьми. Возможно, что-то выиграешь, потому что последний и следующие будут билеты, следующая партия через недели-две. Одно место очень интересное, там частенько выигрывают билеты в моментальную лотерею. Вот, решил проверить. Друзья, обязательно подпишитесь на канал Технобар Плюс, прожмите лайк под данным видео, прожмите колокольчик и давайте будем начинать. Попрошу всех зрителей канала смотреть мой канал через VPN-сервисы, это помогает в развитии канала, скажем, какой-то минимальной его монетизации. Поэтому, друзья, прошу исполнить мою просьбу. Смотреть через VPN-сервис мои видео. Итак, друзья, что же здесь в этой лотерее? Знак удачи, как видите, взял одну с тигром, одну со слонами. То есть в китайском стиле или в японском. И один взял в индийском стиле, скажем так. Задача в этой игре такая, для новичков, скажем так. Если вы обнаружили под защитным слоем, вот здесь вытер, три слона, когда там вытерли, то означает, что вы выиграли 50 рублей. Три тигра, это означает, что 100 рублей. 6 слонов обнаружили, это 25 тысяч рублей. 6 тигров, 250 тысяч. Ну и тут промежуточный выигрыш и минимальный выигрыш 50 рублей. Кстати, друзья, 55% в этой лотерее призовой фонд. Максимальный приз 5, вернее даже призов по 250 тысяч. Возможно, здесь в каком-то из билетов будет и 250 тысяч. Давайте начинать. Итак, пока без выигрыша. Лапы, кстати, свидетельствуют о том, что, ну, как бы это не считается. Но уже я вижу без выигрыша, поскольку...